вновь я приветствую вас, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я Дезертир. Надеюсь, вам понравилась прошлая битва с нашим веселым боссом. Ну, толстячок, в общем-то, веселый. Надеюсь, она мне, кстати говоря, сохранилась. По идее, должна была. Ну да ладно. Посмотрим на всякий случай. А то вдруг нет. Да, толстячок действительно лежит здесь убитый малость и не представляет никакой опасности для нас. Сверху непонятный кристалл, возможно, мы, конечно, можем с ним что-то сделать, но не думаю, что это так. Поэтому давайте пойдем просто с вами отсюда и накажем кого-нибудь за то, что мы пережили. Кстати говоря, можно воспользоваться, в принципе, и картой. Так, давайте глянем, что за вещи у нас здесь прибыли. У нас появилась вот такая коса, точнее, мы ее сейчас носим, и появилась вот эта коса. Вот. Остальные две косы для нас не очень хороши, поэтому на них мы не обращаем внимания. Так, здесь вот неплохо повышает защиту, но дело, как говорится, вкуса. Хотя не так уж и сильно она его повышает. Так, давайте разберем здесь. Повышает сопротивляемость и тоже довольно-таки относительно повышает на самом деле. Здесь идет повышение довольно нехилое по... нахождение золота, силы, силе и защите. Вот, допустим, давайте посмотрим, сколько у нас есть. У нас есть сила, защита 52-367. Здесь убирает часть крит урона, но прибавляет чуть-чуть совсем защиты. Есть ли в этом особый смысл? Ну, честно, не знаю. Давайте пока оставим в покое. А свиток судьи душ, у нас все больше этих свитков. Допустим, если мы решим их посмотреть, то мы увидим, что у нас есть уже второй уровень. Ой. К сожалению, я немножко сейчас вот не понял, как прокручивать. Вернее, забыл, видимо. Ну, что-то... А, вот. Вот. У нас есть второй уровень, третий уровень. Нет еще одного третьего уровня. Нет, есть на восьмом тайнике и даже на девятом. Вот. Видимо, у судьи нам придется побывать очень много, долго, и не факт, что нам это понравится. Но я так думаю, что относительно скоро мы там побываем все-таки. Также у нас есть книга мертвых, одна, и вторую мы уже собираем. Нужно действительно отнести Вульгриму и второму, я забыл, как его зовут. В общем, нужно этим ребятам отнести все эти вещи, дабы получить за них денежку. Вот, также у нас дофига камней, и нужно вернуться к тому бугаю, чтобы обменять их на улучшение. Император рожден, чтобы править его крови, благодаря этому бла-бла-бла, пытается в раннем возрасте. У вас есть все даже больше, правьте своими врагами, в горниле открылись новые испытания. Вот, и также, опять-таки, в горниле возьмите с собой эту карту и узнайте личность отправителя. Ну, в общем, у нас есть два доп-задания, которые мы, в принципе, можем потом... сделать. И, кстати, как оказалось, у нас две главы даже уже есть от книги мертвых, поэтому Вульгрим, думаю, будет рад. Вот такие дела. Надо все это будет дело вернуть. И да, я хотел же на карту сходить, простите. Вот. Нет у нас очков умений. Карта у нас вот здесь. Я думаю, что пока с общей карты, пожалуйста. Цитадель слоновой кости, и нам нужно переместиться опять-таки в хрустальную башню. Никак иным образом мы сюда не попадем, кроме как просто телепортировавшись. Но я думаю, что мы сначала переместимся вот сюда и посмотрим, может быть, есть что-то у торговца полезное. Тогда, может быть, купим у него что-нибудь. Ну или продадим ненужное. Ладно, давайте глядеть. Естественно, у меня нет желания перемещаться сразу сейчас напрямую к типа боссу, хотя я догадываюсь, что нифига так не работает. И, по-моему, вот здесь вот... Да, смотрите-ка, я случайно заметил еще один камень. Я бы его реально не заметил, если бы не вот эта случайность, если бы я не переместился сюда сейчас. Здравствуй. У меня найдется все для ангелов. И для тебя. Отлично, то, что у тебя найдется все для меня. Так, я думаю, я оставлю одержимые косы, если мне потребуется слить что-то более хорошее.
Вот, и продам сражение, всякие совсем ненужные вещи. Почти как я. Давайте будем продавать совсем-совсем, ну, какие-нибудь зелененькие такие шмоточки, потому что они относительно бесполезны. Ну, то есть как, они тоже повышают довольно неплохо уровень, но они стоят сражение. Довольно много. А так мы сможем оставить у себя только важные какие-нибудь крутые вещи, типа вот эти. Я думаю, это классно. А все остальное, вот в принципе, наверное, продадим. Вот он специально нам кидает самые дешевые шмотки. Вот, вот эти, я думаю, мы тоже оставим. Смотрим дальше. Вот твои. Потому что набираются здесь шмотки очень часто, очень быстро и в больших количествах. Поэтому я не думаю, что есть какой-то смысл особый это дело делать. Хотя надо было смотреть на самом деле на уровень, который предмет и из себя представляет. И я думаю, что 9 уровень нам уже ничем и особо не поможет, сражение. Как и 12-й. А вот уровень повыше там может нам чем-то помочь. Некоторые предметы, которые, например, вот типа вот этого, я, наверное, оставлю. Но, к сожалению, я не смогу их оставить все, и это и будет являться некоторой проблемой, конечно же. Вот, вот здесь тоже пока предметы оставлю. Посмотрим, что нам в рукавицах дали. Давайте тоже убивать предметы, так сказать. Ну, вот как убивать? Уничтожать предметы по уровням. Я думаю, 16-й пока оставим. Я забыл как-то про вот эту систему уровней. Видавш. Уничтожал все как-то бесконтрольно немножечко. Вот, поэтому некоторые предметы мы все же оставим. Допустим, 14 и 15 мы все-таки уничтожим. Вот твои вместе с 16, 17, я думаю, оставим. Так, мрачный талисман. Ну, естественно, продавать я его не хочу. Простые талисманы я пока что тоже продавать не буду, потому что, кстати, талисманы прибавляют довольно-таки много всего. Давайте глянем, что у него все-таки есть покупка. Я забыл опять-таки это сделать. Ну да, извините, бывает, к сожалению, такое дело. Купим у него на всякий случай пару зелий здоровья. Более не можем, хорошо. И посмотрим, что у него имеется за оружие. Что у него имеется еще. Возможно, что-то хорошее, но, как видите, по урону пока мы ничего такого не найдем. Хотя вот здесь вот есть, например, вот такие вот вещи. Даже карающие рукавицы, которые быстрее, чем те, которые сейчас есть у нас. Но наши восстанавливают нам все-таки хпшку, поэтому они важнее в каком-то плане. Ладно, поехали на лифте. Я думаю, что мы сейчас быстренько доедем. Ну как быстренько? И, кстати говоря, да, пока я тут проходил Darksiders 2, вышло обновление этой игры до HD-версии. Но, опять-таки, чтобы в него поиграть, мне нужно полностью обновить саму игру, соответственно, да, то есть мне скачать ее, либо купить. И, скажем так, проходить сначала, то есть мне придется заново пробегать все это, весь этот ужас. Но нет, я не собираюсь этим заниматься. Поэтому я буду проходить все-таки с тем, что я уже имею, и на тех основаниях, которые у меня уже опять-таки имеются. Вот такие вот дела. То есть мы будем проходить не HD Remastered, а все-таки оригинальную Darksiders. Тем более, что она не так уж сильно плоха по графике, да и особых изменений лично я по графике не заметил. Нет! Ключ, Архонт. Я знаю, что он у тебя. Он мой! Даже если он попытался бы меня заставить, я не смог бы уничтожить ключ. Ты должен понять, всадник. Я сделал то, что был должен. Открыл источник. Охранял ключ. От вопросов, которые они задавали. И от тебя. Только я могу обладать ключом.
божественный свет уничтожит тебя! Так, 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 тихо. Оу! Благослови меня, отец! А кто тебя не будет благословлять, чувак? Успокойся. Оу, хорош! Тихо, подожди, я меняю умение. Мне надо вспомнить, как здесь чёрт. Так, понятно, сейчас убить бесполезно. Пошел ты. Вау, больно. Тихо, 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 тихо. Да иди ты. Серьезно? Как я умудрился от него уклониться в этот раз? И опять-таки уклонился. Направь мою руку, создатель. Ай. Это что за читерство? Так, понятно, вверху его атаковать нельзя. Тихо. Ты подчинишься свету. А вот здесь можно, кстати, походу. И вот здесь можно. А, лол. Серьезно, не убоишься зла? Я не уверен, что тебе это прокатит. Оу, тихо. Так. Пока вроде не очень так сложно относительно. Ну просто понятно, как механика как бы работает. Ай, блин. Тихо. И, собственно, если понять, как она примерно работает, можно, ну, добиться каких-то определенных... Ай. Определенных улучшений и уничтожений его. То есть мы более быстро будем его уничтожать, если поймем, как работать. Ай. Ай. Тихо. Не бесись. Не бесись! Мать твою. Так. Я понял, что ты злой, страшный, все дела. Давай, умирай уже потихоньку. Серьезно? Ты опять вырастил крылья? Умри, чтобы родиться вновь. Так, понятно. Летающая мразь. Ай, больно. Ай, больно, ай-яй-яй. Тихо. Серьезно, опять? Ты какой-то малость беспомощный бываешь здесь. Так, 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 так. В принципе, опять-таки повторюсь, если понимать, как он работает, то не очень сложно. Если, ну, уклоняться так, как я сейчас, то есть кривожопно, то сложно. Но в остальных случаях все зашибись. Такие дела. В принципе, босс не очень сложный. Бывали здесь и сложнее. Такие вот дела. Получается, что все. Ангельский ключ. Этот священный ключ позволяет пройти к источнику душ. Ну что ж, мои дорогие друзья,
В общем-то, мы уничтожили Архонта. И он никак не смог нам помешать. Естественно, мы никак не сможем перемещаться между каким бы то ни было местами рядом с нами, потому что с нами рядом ничего не находится. Ну, в принципе, я думаю, вы это и сами понимаете. А поэтому, грубо говоря, мы должны нажать на карту и понять, что здесь вообще рядом ничего нет, и показать нам придется более большую карту. Естественно, нам нужна хрустальная башня. Там мы с вами, собственно, и переместимся. Да. Итак, вот мы у хрустальной башни. И теперь будем перемещаться уже напрямую. И я так понимаю. Нам случаем не сюда. Врата на землю. Нет. Нам не сюда, кстати, что самое интересное. А куда нам тогда? Давайте тогда показ общей карты и глянем. Цитадель слоновой кости. Угу. Нам в цитадель нужно. На землю нам не нужно. Нет, вру. Нам верните старейшему ворону ключ. А что у нас в цитадели, простите? Быстрое перемещение. А, ну, все, я понял, да-да-да-да-да. Я понял, нам нужно, короче говоря, к старейшему. И вот мы у древа жизни. Возвращаем ключ старейшему. У меня ключ ангелов. И твоя миссия близится к концу. Расчистить путь. Но ты должен найти второй ключ. Ключ демонов. Осторожно. На этом пути тебя подстерегает сумрак. Блин, вот меня реально добивает то, что он не договаривает. Здесь часть. У древа на случай, если вдруг понадоблюсь тебе. То есть озвучка офигенная, но блин, то, что вот он не договаривает энный процент слов, вот реально выбешивает чутка. Серьезно, ну просто блин, ну это не круто. Так, куда у нас ведут эти врата? Кузнечные земли, хорошо. Там мы сможем поговорить с Вульгримом, отдать ему книги. Куда у нас ведут эти врата? По-моему, в мир, ну, вот, скелеты, все дела там. Королевство мертвых, да. Итак, давайте мы сходим сюда, потому что здесь он, по идее, стоит прямо в самом начале. Древо смерти, все дела. И, по идее, где-то здесь в самом начале он и стоит. Но, по крайней мере, должен был стоять. Но почему-то ни хрена не стоит. Давайте взглянем на карту подальше. Я бы даже, наверное, сделал показ общей карты. И посмотрел, где он у нас вообще находится. Так, наставник, сложный предмет, доспех, оружие, талисман. Хорошо, мне нужен змеиный пик. То есть он в змеином пике, да? Окейшки. Угу. Давайте быстро пробежимся. Я надеюсь, вы не будете против. Я отдам ему часть реликвий, которую он просил ему принести. Тем более, что у меня есть, по-моему, сколько-то реликвий. А, здесь же у нас этот стоит, наш друг замечательный. Ой, что-то я как-то в стенку уперся чуть-чуть. Скелеты 13 уровня, они нам не представляют никакой вообще опасности, в принципе. Мы их раздракониваем только так, только в путь, как говорится. Иди сюда. Ну, как-то все это легко и просто, в принципе, происходит. Итак, Вульгрим, тебе мы должны отдать книги. Где же второй? Новые товары. Так. Вульгрим.
Ты не хочешь забрать случаем книжки, нет? А, ну да, это же надо отдельно через этот продавать. Я что-то как-то забыл. Вот, книги мертвых, этот предмет можно продать Вульгриму. Вот, Вульгрим, нам продавай. Вы нашли костяной ключ, отнесите этот предмет к гробнице в кузнечных землях, чтобы найти спрятанные там сокровища. О как! То есть мы не просто продаем, но и к тому же получаем что-то полезное. Так, вы на земле, чтобы узнать больше о том, что именно чертано на свитке. Ну, понятно. Вот еще одна глава книги. За что мы получили еще один костяной ключ, но уже от королевства мертвых. Огосики. Хорошо. Ну, надо будет поглядеть, что эти костяные ключи делают и как их, собственно говоря, обменивать на что-то более интересное. Вот теперь мне должны найти Орика. Орик находится тоже где-то здесь. Единственное, надо вспомнить, где он может находиться. По идее, Орик должен быть где-то у Вечного Трона. Будем надеяться, что он там, потому что в иных местах, по идее, его быть не может. Вот такие вот дела. Итак, ищем Орика. И да, вон он стоит. Ну, я думаю, что в принципе мы на самом деле поступили правильно, потому что Вульгриму мы отдали книжки, то есть мы все равно не зря прошли сюда-сюда. Все новинки с разных концов света. Вот, тем более, что вы меня просили отдать все эти вещи по назначению, то есть, допустим, ему отдать все реликвии. Два очка умений, вот о чем я как раз и говорил. Зелье здоровья. 75 зелье здоровья. Да, 50 зелье ярости. Это пригодится. Так, страница книги мертвых у нас есть. Ну и щит, три ключа, соответственно. Так что я думаю, что все хорошо, но... Окей. В общем-то, отдали ключи, отдали все, что надо, и у нас появилось теперь два очка умения, что мы поспешим потратить, я думаю. Так, бешенство. Смерть направляет свой запас ярости против врагов, тем сильнее, чем больше у него ярости. Как-то неправильный перевод, я так понимаю, но окей. Ладненько. Что у нас здесь еще есть? Взрывы трупов, ну, я думаю, что навряд ли они нам понадобятся. Что у нас здесь? Эгиды. Смерть окружает себя некромантическим щитом. Ну, тоже такое, знаете, раз на раз. Свой запас ярости против врагов. А, на выстрел. Это, то есть, прибавляет нам именно выстрелы. А что делает вот эта штучка? Тело смерти становится вихрем несущим. Там, понятно. 400 единиц ярости, действует 4 секунды, наносит 50 урона каждые 2 секунды. Ну, 0,2 секунды. Буря наносит 741 урона. Неудержимость. Все, нет пассивных каких-то заклинаний здесь в данном случае. Поэтому как-то все печально. Так, ярость за атаку упыря поражает в радиусе 100%. Так, а вот эта штучка мне бы пригодилась. В принципе, я думаю, что так как я упырями пользуюсь довольно часто, я ее, наверное, прокачаю. По крайней мере, будет не лишним. То есть, если они даже убивают упыря, теперь это будет не просранное заклинание, как было ранее, а все-таки более-менее нормальное. Потому что если раньше они убивали, то мои упыри не успевали ничего сделать. И то есть считалось, что я их просто вызвал впустую. Ну а теперь они нанесут некоторый урон боссу. И это уже будет круто. Бледный всадник во плоти. Так. В воздухе. XX пауза X. Смерть призывает жнеца. Момент удара при силовой атаке. Ну, в принципе, так как у нас до хрена денег, мы можем... Неплохо. Ты бы получил место в моем войске. Покупать что угодно и не особо париться. Атлет.
кулаки небес. А перкот во вращении после кулака небес подрывает воздух. Так, так, ну, давайте тоже так купим. Вот. С когтями. И вихрь комбо. Почему бы нет? Ну, я думаю, что нормально все будет. Так, ну и теперь перемещаемся, собственно, к нужной нам цели, которую мы изначально должны были достичь. В данном случае это... Где у нас там дерево? Вот, перемещаемся опять к дереву и заходим в демонический портал. Вот у нас древо смерти. Естественно, лошадку нам могут издать, для лошади ненадолго. Как говорится, видите, уже здесь она нам не нужна. Призывает наш друг Ворон нас ходить куда-то в другое место, но на самом деле нам нужно все-таки вот сюда, и не имеет значения, из какого мира мы туда попадем. Такие вот дела. Ну что, дорогие друзья, демонический портал. Я думаю, что он нас ждет. Ну а увидим, что там за этим динамическим порталом, мы уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.